Приют для животных в Соединенных Штатах нашел эту бедную бездомную собаку на обочине дороги. В то время она гуляла одна по дороге. Позже сотрудники обнаружили, что эта собака отличалась от той, которую они обычно усыновляли. Эта бедная собака тощая, как дерево, с окровавленным телом и веревкой на шее. Можно догадаться, что у нее должен был быть хозяин раньше, но первоначальный владелец, должно быть, не заботился о ней всерьез. Персонал достал еду и хотел подобраться поближе к собаке, чтобы она не насторожилась по отношению к ним. Поладив с персоналом в течение 30 минут, хорошо воспитанная собака попросила персонал надеть веревку. После этого они отправили собаку на лечение в ветеринарную больницу. После осмотра ветеринаром он сказал, что шрамы на теле бедной собаки были вызваны стригущим лишаем кожи. Собаке всего 2 года, но глаза у нее грустные, как будто ее мучили всю жизнь. Большую часть времени собака отдыхает, но постепенно день ото дня она становится сильнее. После того, как собака выздоровела, агентство по усыновлению опубликовало новость о том, что люди приезжают, чтобы усыновить ее. Неожиданно позвонило много людей. Оказалось, что эта собака не обычная собака, это помесь волка и собаки. Позже собака была усыновлена хорошей семьей. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.